В Рязани открылся пансионат «Южный». Это федеральная сеть комфортабельных и уютных заведений для пожилых людей. Открытие пансионата посетили Татьяна Баринова и Лариса Максимова, депутаты областной думы, Александр Селиванов, префект Октябрьского района, Елена Синица, координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» и другие. Открытие таких учреждений в городской черте очень нужно с учетом перспектив развития района, перспектив развития города Рязани. У нас очень большие потребности в таких учреждениях, и мы надеемся на развитие частно-государственного партнерства с этим учреждением. Прогулки на свежем воздухе для пожилых людей, в том числе полностью утративших способность к самообслуживанию, возможность общения со сверстниками, концерты, творческие мастер-классы, поэтические вечера. С клиентами пансионата занимаются профессионалы своего дела. Вместе с волонтерами и работниками постояльцы посещают музеи и театры. Гостями пансионата также становятся священнослужители. Будем сотрудничать с этим заведением, будем обязательно приходить. Здесь вот бабушки все сейчас расспрашивают, много вопросов задают. В первую очередь пансионат – это возможность позаботиться о своем здоровье. Постояльцы находятся под круглосуточным присмотром квалифицированных сотрудников. Очень внимательные сотрудники, которые всегда будут оказывать помощь, которые будут настоящими друзьями тем бабушкам и дедушкам, которые будут находиться здесь, в этом пансионате. Одно-, двух-, трехместные номера пансионата выполнены в уникальном дизайнерском стиле. Они приспособлены под потребности пожилого человека, оборудованы для лежащих, проживающих и инвалидов-колясочников. В палатах установлены кнопки вызова персонала. Питаются клиенты в столовой, а тех, кто ограничен в движениях, персонал кормит в номерах. В пансионате сбалансированное пятиразовое, в том числе лечебное питание. Я уверена, что здесь будет обеспеченным хороший уход, и это прекрасная возможность, прекрасная альтернатива обеспечить людям, которые оказались одинокими по тем или иным причинам и нуждаются в постоянном уходе, обеспечить им достойную старость, достойные условия проживания. Сам пансионат «Южный» находится в черте города, в районе Дашково-Песочни.